последняя серия. Какие-то воротилы, адвокаты, режиссеры, т.д. Короче, такие богатейшие людишки. Деньги на старте минус 1000 и жесть. Популярность 20. А чё, а как? Ну, попробуем. Так, для начала. Вы в долгах, если закончить день с минусом на счетах, вы обанкротитесь. Возможно, стоит что-то продать. Склад заморожен. Ух, нихера себе. Вот это кухня. Всего 6 столиков. Однозначно продавать придется на кухне. А, тут еще на улице 2 стола, да? То есть на улице тоже можно обслуживать. Шикарно. Так, продаем. Раз. Два. Этих. Один холодильник. Минимум. Даже два. Так, что по меню? Так. Фритюр. Стойка. Надо все. Два фритюра надо оставлять, два гриля надо оставлять. И ты достаточно одной. Плиту продали. Стойки хватит, наверное, тоже одной. Да. Значит, вот эту вот здоровую мы тоже продаем. Вот эту тоже продаем. Духовку тоже мы одну продаем. Холодильник один продаем. Может, второй продать? Чего у нас по вместимости? 300 из 200. А по полочкам 200. Полочки нормально. Так, делаем перестановочку. Что ли? Там по грилям только два блюда, да? Значит, пока можно гриль тоже подать. Так, ставим сердце туда.
Рожденная. Холостник, наверное, не мешало бы продать. А где туалет-то создать? Стройка. Thank you.
лишние светильники. Сложновато будет. Что тут еще можно продать? Может продать пока этот столик. Улицу пока нахер. Ну вот это что-то похоже на правду. Дверь пока нахер, это удаляем. Телевизоры тоже. Вот теперь можно начинать. Так. Нихера себе официантов. Так, у нас в меню. Сумка, так.
стул. Три. Так, значит, этот на фритюр, этот на подачу, этот на подачу. Так, а на духовке буду я только. Нету. Значит, нахер. Раз, два, три. Еще одного человека в улице. Так, подача есть. Так, вот этот вот. Сложный выбор. Пойдет. Так, запускаем. Боль. Пойдет у нас на фритюр. Минск.
Так, ты у нас будешь Талибан. Талибан. А Джош, кто у нас будет? Так, кто у нас еще есть? Что-то я забыл, блин, кто-то у нас еще. Пускай будет Хитман. Хитман. Так, да, разобрались. Питер у нас что? Притюр. Питером у нас будет Путин. Путин не живой, который. Духовка у нас любит Минский. Моль, как ты там в духовке относишься? Один, значит, не надо тебе к духовке. Тебе к столешнице. А, ты уже тут есть, да? Моль. Пускай будет. А что у нас Путин? Все, да, так. Ловко. Так, это у нас кто? И хит. Пацаны у нас в обслуге. Так, давай следующую зону. Расширить. И добавим сюда диски. Боль. Погнали. С Богом, так сказать. Ты кто?
сказал другу, пришли, блин, дайте денег. Охренели. А ты что здесь ходишь? Больно. Шеф-повар, типа. Лично заказы принимает, нифига себе. Ну, две звезды, за что? Так, рецепт моих любимых предметов. Смотреть. Стык. Интересно. Чё, даже в туалет не хотят? Я чё, зря там херячился? Посмотрим, что они тут. Если что-то херово приготовил. Ага, барсики ходят, да? Дайте денежку. Ну, нормально, соточку где-то дали. Соточку шикарно. Манго. Пауза. Вот тебе. Thank you.
сигарет. Почти в прямом смысле. Люди приходят. Стоп. Банда, друзья, накрупил за сравнение. Ты ж. Доставку давайте. Ну, готовьте. Можно.
все вышли. Только по норам. Засранцы. Так, народ пошел. Шашлык хаб. Шпажки. Делать популярность 31, бонус популярности 100%. Частка 4. Еще 3 столика на улице надо будет засандалить. Готовить.
получать сливочный сыр. Давай 6 закажем. Красная икра, аж 37, пускай будет 37. Так, креветка, пускай будет 8. Так, отлично, мальчик хорошо приготовил. Ягненка 2, фритюр 2, горка 3. Лучше убирайся, наверное. Амар-амар и в масле, да? Положишь вроде в масле. Жареное масло амар. Если вот здесь вообще тут амар. Хорошо. Так, тут точно нету, да? Придумать новый рецепт. Так. Жареный омар. Так, теперь нам нужны морепродукты. Омар жарить. Масло. Молочка. А что с ним делать? С этим маслом. Подготовить, наверное. Алло.
просто. Пускай будет так. Пожар. Путин, блин, ты чё там? Опять херню занимаешься. Работает. Он у нас за столиком, да? Еще чисто клиенты, которые не станут. Давай-ка вот таких вот клиентов. Да? У нас же уже есть этот амбар. Масло. А, запеченное масло, да? Немножко другое, что ли? Да, добро. Он что-то схалтурил. Хотя бы чем отличает. Печеное масло, печеный кальмар. Хуя. Так, где-то раз, два. Так, ресторан закрывается, давайте деньги. Вроде в плюсе, и это радует. Рецепт. У меня было меню, говорил, у них есть вареное яйцо. Вареное яйцо в меню. Мясо, что-то новенькое, ну. Яйца добавилось. Всего лишь $1. Хер надо. Так, давайте конец рабочего дня. Финансы 770, шикарно. Так.
все поудалял нахер, да? Ага. Надо больше денег. Сегодня у нас не все столики заняты. Яйцо как раз вареное за доллар. Пускай жрет, зараза. Было бы весело. Чё жрешь? Так же дьёт. Бара, что ли? Нихера себе. Губа не дура. Яйца, лимон. Я в ресторане. Я в ресторане. Путин, блин. Моль. Чё такое? Чего там херово все готовится? Ужас. Вообще за счет Хитмана выруливаем. Понятно. Сегодня 4 столика зафигачить. Цветочки. Хлеба нам служит приятно быстро. Рад за него. Опять Путин. А не, Муль уже палит. Муль, блин, тебя Марго заразила, что ли? Все, кстати, мужской коллектив работает. Сливочный сыр. Давай десяточку сразу. Раскладная ставка будет. Работает. Пускай будет доволен, подачем.
Сорастет. Уже поутру уже столики надо добавлять. Кончается яйцо. Нахрен оно вообще нужно? Так, место есть, да? Что случилось? Хитман, ты чё? Мысли. Кто-то действует на нервы. Понятно. Иди отдыхай. А где он там, кстати, отдыхает? А, есть там скамеечка. Хитман обслуживает, так он же курит. А, типа дал. А ты чё палец вниз показываешь? Масло, масло, масло. Потекло бабло рекой. Только с доставкой. Ой, вкусняшку приготовил. Чё-то Минского не слышно. Ты чё там спишь, что ли? Я уже чё-то готовит. Халтурит. Поросенок ужасно кому-то не понравился. Амара херово кто-то приготовил. Ага. Путин, конечно, да? Все, конец. А, не, еще открыто. Продолжение следует...
согласись, пускай платят больше. Так, обслуживайте последних. Официанты курят. Все здорово. Все, пожрали, посрали, выметайтесь. Место будет отмечено замечательно. Все, закрывается ресторан. Так, в принципе, косарь где-то, да, грубо говоря. Плохо. Хитман нагрубил, сукин сын. Сали, нормально. Всего 83. Отдача. Хитман подавал. А, ну да, точно. Топка, уборка, устал. Строечкой дублировать. Это что не стоит? Почти 300, да? Свет. Украшения 5-3. Давай возьмем. Что-нибудь красивенькое, да? Где-то у нас были красненькие. Чем найти поменять эти местами? Или-или. Калиус.
местами. Сюда. Так, мне еще один такой фикус. Чтоб свело и пахло там. Их светильничком бы еще добавить. Смотрите, какую красоту мы наделали. Ресторанчик, так. Деньги срочно. Еще народ. Если будет отлично. О, денежка пришла, и хорошо. Детский схалтурил. Заказ есть. Хорошо. Почему холодильник такой грязный? Там убираться будете? Что значит вот эта вот хрень? Понятно. Снижает стресс перерыва. Пускай будет это. Все, он стрессует. Мада у нас где? За столами, да? Платят больше, когда их обслуживает этот работник. Действие. Удача у него и так хорошая.
Пускай народ тащится. Так, нагрубил. Уволить нахрен. Три раза нагрубил. Ты чё, охерел? Яблочко. Ага. Добавим. Шесть пускай будет. Тальба нагрета. Грубит он всем, что ты понимаешь. Что там в башке творится? Мне платят меньше. А, понятно. Добавим тебе денежек. А сейчас все. Все хватит. Свободный Талибан. А, все, не надо. Светильнички еще в туалете поставить, да? О, кстати, они что-то без света работают. Денег. Я же тебе дал денег. Ох ты ж жадина. Талибану что ли поднимал? А мне нужен хитман. Все, давай. Так, какой уровень? Что какое число клиентов? Так, снижать стресс, перерывы. Плюс три души, пускай лучше тушит. Так, Путина у нас что? Шеф высокой кухни. А, кстати, пускай хорошо готовит. Все столики заняты. Шикарно. Отсвечивается.
стейк на гриле. Пускай будет так. Кстати, да, мы видели какую-то такую большую широкую дверь. Есть столик, и тут столик. Новый запрос. Официант надо точно один, да? Так, подача 3, 4 подача, да? Ребекка, Марко подходит. Так. Где ты, Ребекка? Ребекка. Санта, хоть уборка. Тут надо заниматься. Так, пауза. Путин у нас чё? Шеф высокий у нас уже есть. В комнате. Пускай будет так. Так, где Ребекка? Я нашёл Марго. Не понял. А, все жрут еще пока. Телебан отлично, Хитман отлично, это радует. Молли, отдыхай, не гори. Что у нас дальше? Ждем окончания вечера.
Thank you.
Bye-bye.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Thank you.
Thank you.